на конкурс «Дети читают стихи». Загорье Анастасия, 16 лет, Баррикадская средняя школа, Исилькульский район, Омская область. Иосиф Уткин, если я не вернусь, дорогая, если я не вернусь, дорогая, нежным письмам твоим не внемля, не подумай, что это другая, это значит сырая земля. Это значит, дубы нелюдимы надо мною грустят в тишине, а такую разлуку с любимой ты простишь вместе с Родиной мне. Только вам я всем сердцем и внемлю, только вами я счастлив и был. Лишь тебя и родимую землю я всем сердцем, ты знаешь, любил. И доколе дубы нелюдимы надо мной не склонятся дремля, только ты мне и будешь любимой, только ты, да родная земля.